Ежедневно мы встречаем десятки людей разных взглядов, интересов и профессий. Но не всегда можно задать вопрос прямо в лоб. В этом поможет наша рубрика «Спрашивайте, не стесняйтесь». Что, правда, что у вас тут эти самые работают? Господи, нет, я не буду это говорить. Если мужчина-парикмахер, о, все ясно. Я знавал одну усатую, потрясающая женщина. Вот это харизма, боже мой. Неважно. Вау! Стоп, откуда она здесь? Да, но не вся. Ничем не отличается, это просто вопрос терминологии. Барбершоп вообще это такая американская парикмахерская около дома. Вы там придете, подождетесь также за 12 баксов. Сколько это сейчас? 700 рублей. Боже мой, какой ужасный курс. В зависимости от того, что ем. Если это вдруг крошечка печенья, я на всякий случай не вытряхиваю, вдруг что? Все может случиться. Если не мыть вовремя, везде могут завестись паразиты. Где бы вы, это даже в самых неожиданных местах. Гигиена всегда важна, кожа начинает шелушиться, что-то бывает, чешется, я не знаю, шелушение, это плохо сказывается. Потому что брали, клали сверху горшок и состригали по контуру. Это первое, что пришло мне в голову, я не знаю, почему называется этот горшок. В Штатах ее, кстати, называют боул-кат, то есть боул – это как чаша. То есть, в принципе, наверное, корни-то одинаковые. Хороший вопрос. Да на самом деле нет. Если руки растут из того места, можно подравнять ее самому. Если вы прибегаете к услугам барбера, прибегайте в течение 2 недель. Ценник у нас же сейчас гибкий в городе. От 300 до 500-600 рублей за стрижку бороды. Да, я видел Олега Митяева лично. Нет, не похож на хипстера. Хотя очень похож на барда. Честно говоря, мода же, она ведь циклична. Наверное, впредь больше обращать внимание на определение потребностей клиента. Сейчас очень мало мастеров спрашивают, что там, чувак, это сейчас не модно, я сделаю тебе стиль. В итоге перед нами 40-летний мужик, который не совсем понимает, как ему это носить. Никто не уходит со скандалом. Кто-то уходит с милой улыбкой, жмет тебе руку, смотрит тебя честно в глаза и говорит: парень, это была лучшая стрижка в моей жизни. Плачет, обещает познакомить с семьей, а потом пишет страшный отзыв в интернете на 1,5 страницы. Фатально или нет? Если кожа вдруг недостаточно сильно распарена, бывает, она остывает, там еще ты проводишь, там какая-то незначительная ссадина есть, но такого, чтобы прям резать, вот прям хлещет, вызывайте скорую, лучше священника, нет, такого нет. Да, разве что интерес к горячим ножницам. Существует такой распространенный стереотип, что ножницы дают срез, машинка рвет волосы. Это так. Еще горячие волосы. И якобы горячие волосы, по легенде, они кончик волоса при обрастании, они его запаивают, они отрастают медленнее. Вот. Также я могу вам рассказать сейчас про Деда Мороза и про то, что инопланетяне все-таки существуют. Я, честно говоря, против всяких форм там дискриминации, кого-то не пускать там женщин и собак. Есть парикмахерская шорум в Роттердаме. На полном серьезе женщин разворачивают на входе. Простите, мэм, не сегодня, никогда. Как бы если хочет женщина зайти, ну, пусть заходит на красивых мужиков, посмотреть, классно же. Ну, или усы постричь, в конце концов, почему нет? Точно знаю про 2 девушек, которые притворяются... Да, есть такое. Девушка, которая притворяется, и все делают, да, да, все классно. Окей, мужик, проходи. Да, проходи, садись. Все вопросы просто потрясающие. Лучшие вопросы, которые я видел в своей жизни, потом оставлю отзыв в интернете.